пятый час уже пожар идет. Это я с балкона снимаю, вышла на балкон. Машин очень много, все работают. Они, конечно, похоже, локализовали его, но поскольку я вижу, вот там, видите, сколько дыма, видимо, та сторона еще горит вся. Но хорошо, что вот это железо абсолютно не пропустило пожар. То есть выгорело все внутри, а железо вот это все стоит. То, чем покрыт рынок. Тут у меня, видите, такая рябина, поэтому очень красивая рябина, но улица вся в дыму. Там машин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 только пожарных вижу я машин, еще с той стороны. Представляете, какая сложная работа у пожарных. Тушить пожар — это не просто вот открыл кран и тушишь. Вот уже продолжается пожар 4 часа. Отогрели один из гидрантов, который сразу, ну, не работал, естественно, потому что Сибирь, мороз, зима. И вот сейчас вот хлещет вода уже, сейчас они все это подключат, потому что машин очень много на пожар приехали с разных местностей, тут из наших. Вот. И вот машина сейчас стоит у нас во дворе, и вот гидрант подключают, потому что пропущено множество уже гидрантов, и все тушат и тушат и тушат. Рынок очень большой, это такой типа торгового центра. И вот они вот этот гидрант подключают сейчас, пожарные. У нас во дворе тут вот такое вот, в нашем красивом снежном дворе. Пожар уже больше 4 часов идет. Хорошо, хоть вода есть. Ну все, запустили они воду. Телевидение носится. Хорошо, хоть вода есть.